Что это? Будильник на 9 часов. Время смотреть дораму. Уже пора? Мне пора. Началось. Ноэль. Джухидже. Вы двое что? Встречаетесь? Что? Похоже на то. Вы двое не разлей вода и прикрываетесь работой. Я не знаю насчет него, но я не гей. И даже если бы мне нравились мужчины... Президент Кан не в моем вкусе. Правда? Не в твоем вкусе? И ты о чем? А что со мной не так? Хорошо, нет так нет. Тогда почему ты против этих свиданий? Господин Кан, пойдем. Разве вы не собирались подвести госпожу Джин домой? Она вон там как раз уходит. Что? Останови сейчас же ты, вертихвостка! Смотри. Та-дам! Угадай, что это? Какашка. Какашка? Ну разве это похоже на какашку? Это же цветочек. Вот бутон, вот листья. Смотри. Я что, серьезно на него похож? Но общие черты схожи, особенно нос. Что? Ух ты, сходство поразительно. Что? Пара от моей еды перешел черту. Простите, простите. Вернись назад. Здравствуйте. Хари, раз мы все здесь, мы должны поужинать вместе. Не против? Поужинать? Малыш, ты не против? Устала? Да. Ну, да смотрите, какие глазки. Что за компания заставляет сотрудников работать и в выходные тоже, а? Есть магазинчик жареной курочки. Там сына заставляют работать на доставке, даже по выходным. И как ты могла купить новую одежду только Хари? Ах ты ж мелкий! Да хоть знаешь, сколько мне пришлось заплатить из-за того, что ты натворил! А? Знаешь? Так ты с матерью говоришь! Какого чёрта? Грёбаный спам! У меня тут внезапно ногу свело судорогой. Стояли слишком близко друг к другу. Слишком, понимаете, такое бывает. И мы просто случайно столкнулись губами, ну, как в ДТП, знаете. Как в ДТП? Мои губы — это какой-то столб, в который ты можешь просто врезаться? Нет, я не это хотела сказать. Увидимся позже. Безопасной дороги. Я напишу тебе. Господин. Здравствуйте. Я принесла несколько книг и одежды из вашего дома. У президента Кана важная встреча, поэтому он отправил меня сюда вместо себя. Гляньте-ка. Ты причина моего обморока. Если буду долго смотреть на тебя, могу снова упасть. Так что уходи. Боже мой.